А он не может выходить? Кто? Паша? Нет, ну, этот может. У них же есть СПГ. А хотя нет. У противника могут выходить за пределы прямоугольника. Противник, наверное, может. Только тройки. Там, а, все кроме... Три тройки. То есть лидер будет там, да? Да, лидер и одно самое большое отделение. Лидер и охрана там. 7 человек, что ли. Отлично, постреляем с минимет. Давайте. Здесь у нас рядом? Да, 20 метров. Наш. Пойду добивать его, возможно, он только ранен. Работает. Добил. Это я добил. Фига себе, он рядом со мной был, я в виду елочку закрыл. Кого он убил? Ранил, по-моему, так. Москва, на вершине горы. Убил, по-моему. И он лег. Так, нас тут один. Разу кому надо забирать? Да нет у нас вроде трупов. О, отлично. Кто? АВ? Кто? АВ. Нормально. Ух, пацана. Я был в трубе, сейчас узнаю. Сейчас узнаю, что у них там. Ушел пока сна. Это просто был дозорный, короче, но скорее всего он успел положить. Никуда так, не дорогу. Так, через дорогу перебегаю. Давай. Взял краску. Она говно. Да не нормально. Она хорошо дезориентирует. Будет думать, что все. Какая
Джейнсон, у нас кашаном, у нас слушатели. Короче, они где-то далеко очень, один очень близко. Так, миномет где у нас? Не знаю. Близко с нами? Да, один близко с нами, потому что было четко слышно. Диапазон у КВХ какой, чтобы четко было слышно? Большой. На 5 километров. Пара километров нормально слышно. Я слышу, один парень вроде города очень далеко. Он прям это плохо слышит. Город был четко. В отдельной тройке в одно рыло. Поэтому он, скорее всего, где-нибудь на востоке отсюда. Ну, один парень прям четко был слышен, дальше где-то далеко. Ну, где-то по пути у нас, значит, точно. Ну, как-то. Давайте, идем, давайте на восток. По линии. Не бегайте группами, давайте совсем что. Если что, я дальномер под. Ваш Леха взять нас. Да, они даже трюк не сделали. Может, он не успел ничего сказать. Может. Они, кстати, говорят о противнике? Нет, никто ничего не говорит. Ну, начни успел доложить. А кто это был? А, жетон снял, был вот. Вы по линии идете? По линии, ну или около нее. Ну я уже в конце линии, где флайер метка. Понял. Флайер восточный метка свой. В общем, смотрите. Я пока наблюдаю. По желанию, кто-то уходит с конца линии по азимуту 130. Недалеко, метров 200. Не смотрю. Кто-то продолжает движение ровно на восток и заходит на зону 7. Как хотите, я лично пойду. Как ты пойдем? Я пока склоны посмотрю в оптику. Давай смотри, я себе. Да, и попробуй выйти на наблюдение крыши. Может, там кто-нибудь сидит. УАЗик какой-то шальный уехал. На 80. От базы на 80. Как говорит линии веб, вы видите на 80 от нас. Вот тут туда уехал. Вижу тебя. На 100. Сейчас тебе по метку. Визуальный контакт, сейчас покажу расстояние. Дай метку на контакт. Азимут 120. Возможно, его как раз слышали, он достаточно близко. Обе на связи, я нашел трансфер. Отлично. А 120 как далеко или ориентир хотя бы? 400 метров горизонт. Поставил красную. Бегал, поставил. Да, вижу, к нам бежит. Давайте подождем. Подождем его. Бежит к нам. Готовьтесь. Так, вижу. Ну его надо так хорошо бежать, снять, чтобы он не успел. СПГ на метке. На нас смотрит. Да, успокойся. Пока нам ничего не. Не бегайте пока. Также на стеду. 125. Он присел, готов работать. Он может сейчас по нам стрелять, Банзаров. Я его не вижу сейчас. Блин, лучше пары бы сделать. Эх, Банзай. Ты уже там с... Да, я спугнул.
нет, может СД что-то патроны сносит, и отправляйте. По нам. Так, уходите либо на север, либо на... У вас связь есть, когда СПГ? Уходите на 3. Да уходим, уходим, по нам СВДшка. Не.
Есть кто живой? Да. Кто? Шуба? Нет, ТЗ. А, Паша? Угу. Да, вербаем был сюда. Махну за то, что он был снайпер. Че, чего? Ты смотри. Сейчас смотри, смотри. Чтобы он смотрел на восток. И он мог вынести сейчас этот. СПГшник. Катался там, он мог его вынести. Я ему подхожу и начинаю на него орать, почему он его не выносит. Сказал ему, дай мне снайпер. Он, короче, еще вплотную не видит. Бывает, может, у него настройки графики такие. У меня самые низкие и прорисовка максимум. А там не только это, там детализация тоже есть еще определенная. Я уже сталкивался с людей с высокими настройками, бывает вообще дальность, детализация хреновая. Да что за как-то не очень. А что не очень? СПГшник шальными воронами катается, людей косит. Ко мне вон этот. Пацан какой-то заехал, меня забил. Так у тебя он тебя сначала СПГ накрыл, потом к тебе приехал. Ну ёбана в рот, я только увидел. Вот только-только увидел же, сука. Надо переделать, дай хотя бы снайпер миномер. Ну естественно, да. Есть миномет. Блять, миномет есть. Его никто не юзает. Он вроде еще ходил же, что за хуйня? Спокух. Ну вот, блядь. Я видел, как он шел, а тут хоп, у меня прилетает. Че, флайер единственный, кто зашел. А где там дышка? Да? Душика где у них? У зеленых? Не знаю. Вазик где-то. Может, не ауки. Вот он, ворон, ну-ка. Вот он где ворон, он далеко был. Да ворон вообще шеф. Он, кстати, вазик бросил. А, это походу я с броком. Так он СПГ там стрелял, все. Ну ж когда первый контакт был у нас на западе. Я походу с броком говорил, он самый близкий там. Какая следующая не стоит? Да, Кхисань, наверное. Кхисань. Давай что мы в Кхистане с апачами. Ерената! Ну-ка сейчас. Ох, нихера близко. Не убил. Вон обе на миномете сидит, у него там сколько этих огурцов. Это кто был-то? Сдоник почти. Чуть-чуть еще. Дальше. На визоров стреляет он. Пофиг. Ну-ка, сделал. У него домовые еды. Главное, что. А не, обе знает, сколько надо. У него дальномерие. Да. Еще вообще красиво сделали. Еще чуть-чуть. Если б не заборчик, то флайера сейчас не стал бы. Надо было с флайером бежать туда в три. Я что-то захотел по воде обойти, но на обходике. А ты понял, что ли у всех РСО сбросить будет, да? Ну, с таким ветром не сильно помогло. Только ближний бой. Ну, ближний, да. Последний. Город Шагу, поехали. Город теперь на ДШК? Да. Ну все. Кранты атаки. Где он, блин? А, он перевернул, он перевернул. Как? Подлетел, сейчас опять подлетел. ПГ-шек нету, чё-то есть. Этот АГС дать. Да, это не будет чужно. Чё, попало?
Ну чё это? Да за как вообще? А я не понял. Мина, чё, где-то где? Ты писал. Да. Пипец, ты чё, прям мне вот туда внутрь или там в здание так попало и меня убило просто? Потому что визор это был. И военного в мины, да, убил? Ну визор вот наверху был в здании. А, может быть это смысл? Говно. Махну его точно не мог смыслить, потому что махну косой. Зря вы его ставите куда. Блин, Весу, да, бахает? Что? Обе. Здесь вон. Обе? Все, удалить из отряда. Повысить до старта? А что уже сидите, не трогай. Он там небольшой, откуда идёт. Да как он мне прям туда, как в сумочку шуй упал? Так он методично с сезона набирал. Ну, типа как-то я вообще не ощущал, только забежал в позицию, так знаем, ну, сейчас блин зайдет их. Скажи еще с лазерным наведением. Вон, блин, какой-нибудь флутер я завоплю, если бы не убил. А тебе, кстати, чуть гонит. Да я ощущал. Так его много еще не будет щекать. Интересно. Так, фар, давай тащи. Ну-ка, втащите флайер. Пацаны, бежит в бок. Я его чуть-чуть. Если его мины, конечно, не накроют. Чего там за дичь устроили с лазером? Там, да, блять, лидер. Типа, ну, баррикады там, чтобы гранаты туда потратили. И файер, чтобы убиться. Ну, Грена сейчас пойдет, судя по всему. Ой, сейчас на пулю. Увидит, он видит, но лезет человека. Ну, да, вон. Вон, бах. Все, курочки. Бля, сидел просто полчаса. Полчаса заращивался. Пришел парень и убил. О, да. Здорово. Ты чё такой псих? Ты зачем меня поехал давить? Задавил, видимо. Ну, понимаешь, что сейчас пыль смотрел, что сейчас персонаж так вот выглядит. Короче, там такой, чё ты здесь? Ты ляг, ну чё, сколько я человек с СПГ положил, ещё пулис там. Ты больше, ты кидал выше, там никого не было. Меня бывает. Сколько почти под бочками пострелял. Что я знаю? А кого из ДШК бил, Маку? Эту, Игорька. Он за его подбежал просто. Нет, короче, вообще такой. Ой-ой-ой, сейчас. Бьются. Конечно, понял, что это. Нет, он еще не понял, думал, что это я бегаю. Он понял. У Кипицы там в дерби был, по-моему. Он думал, что это я бегаю. Ой, я. Вот это! Чё ты кто? Чё, блядь? Чё-то как-то неожиданно. Как сейчас было, но. Да. Чё-то, по-моему, крабовский. Да. Как он умер? Двоих.